Этот суперсет помог мне накачать грудные мышцы, сделал их рельефными и выносливыми. Если вам скажут, что накачать грудные мышцы собственным весом невозможно, то покажите им мою фотографию, а также предложите выполнить им именно этот сет. Также я чередую нагрузку на грудные мышцы в тренажерном зале и собственным весом. Таким образом, я становлюсь еще более функциональным. Итак, суть тренировки в том, что у меня будет два суперсета и одно упражнение на объем. Первый суперсет включает в себя отжимания на брусьях с медленной негативной фазой, то есть когда вниз я опускаюсь медленно, а вверх поднимаюсь быстро. Второе упражнение — это кроссовер с резинкой, и третье упражнение — это медленное отжимание треугольник. Отжимание на брусьях 25 повторений, кроссовер с резинкой по 15 повторений на каждую руку и отжимание треугольник 30 повторений. Таких суперсетов я выполняю 3 подхода. Второй суперсет начинается с отжиманий по одной руке, на каждую руку я выполняю по 15 повторений, в помощь я беру резину. Второе упражнение — это отжимание с отрицательным углом, выполняю 25 повторений. И третье упражнение в сете — это медленное отжимание на брусьях с фиксацией внизу. Обратите внимание, что локти я расставляю в сторону для того, чтобы в большей мере задействовать грудные мышцы. И завершаю тренировку объемом. Выполняю 300 отжиманий. Первые 150 отжиманий я делаю с дополнительной нагрузкой в виде резины. И в конце я делаю 150 отжиманий уже без дополнительной нагрузки. Пробуйте эту тренировку, обязательно напишите, какой суперсет вам понравился больше всего.